Габдулла Тукай. Көзгі хәм маймыл. Маймыл көзгіден өзінің сүретін көргәш, әкірін ғынә янындағы ұйыға ояғы білән түртіп. Король іптәш, қызы да нинди кәфәтсіз, нинди иәтсіз бір хайван көрінә. Королі, ояқлары нинди кәкірі. Езі неде келішсіз. Әгер мен шул қызғыда көрінген нәрсеге оз күн ашысанды. Қәсіретімнен болып бұлар едім. Хәйер, әтерге мүмкін. Менің іпті шүбәксіларын арасында да бұл қызғыда көрінген хайван тәсілі емсізлер әмбір алтылап бар. Хәтті мен оларына бармал бәлем санап, көрсәт алам. Айымаңар шауғапта. Им, аймал, іптәш! Син, іптәш, өзісларыны санап мәжәкәтләнгәнші. Бір мәртәбе, өзіне ғына қарасаң, болмасмы? Эй, маймыл, маймыл. Меня зовут Вика, Виктория Максимова Павловна. Сказка «Мышь, попавшая молоко» Габдулла Тукай. Под полью жительница мышь в чулане шастая тайком. Не знаю как и почему, попала в чашу с молоком. Бедняжка мечется, плывет, по стенкам лапками скользит и тонет в белом молоке, а ноги гибелью грозит. Нельзя бездействовать беде. И мышка, правило верно, плывет и вдоль, и поперек. Спастись, надеется она, не пропадают зря труды. Вот легче, вот совсем легко, так долго плавала она, чтоб масло сбилось молоко. Теперь на масло опершись, она встает, а там, глядишь, из чаши выпрыгнула вмиг и убежала в норку мышь. О, мой родной, ты хоть в воде, хоть молоке-то утопай, потерпелив, настойчив, смел, отчаянию не уступай.